Здравствуйте, уважаемые любители тропических растений. Я Маренков Сергей, я сегодня покажу вам цветение наших гибискусов. Они очень красивые. Посмотрите, какой сорт. Сорт называется Fall Leaves. Распускается каждый раз с разной расцветкой. Вот еще посмотрите, какой гибискус. Сорт называется Fantasy Charm. Прям рюши-рюши. Сейчас попробую сюда залезть. Жалко, этого сорта сейчас нет в распуске. Но вот в полураспуске. Вот коричневого цвета гибискус. Это называется антитрежа. Сорт очень красивый. Когда жаркая погода, у него еще на коричневом фоне появляются желтые пятна. Вот еще сорт, посмотрите, очень красивый. Прям желто-оранжевый, с розовой серединкой. Киевест называется. Очень красивый сорт. Дальше идем. Смотрите, еще сорт тоже. Pink Букет называется. Вот тоже. У него не сильно заметно, но вот когда он цветет по сорту, в цветке 4 розовые вставки. Как бы состоит из 5 разных цветков. Здесь трудно ходить. Вот еще сорт очень красивый. Millennium Superstar. Самый мой любимый сорт покажу. Эмили. Один из самых красивых и самых настоящих, скажем так, сортов гибискусов. Честный. Сорт всегда цветет очень красиво. Это вот сорт йода называется. Тоже распускается всегда разным. Это вот один из синих сортов гибискусов. Мурия мангиблю. Один из крупных сортов, самых крупных по размеру. Сорт называется Black Dragon. Сейчас перейдем в другую сторону. Я вам покажу еще здесь сорт. Это вот сорт тоже красивый, называется Georgian Pearl. Очень крупный цветок, где-то около 20 сантиметров в диаметре, даже больше.
Вот еще один цветочек. Сорт гибискуса. Белой иннервацией по красным лепесткам, это называется сорт Love Story. Вот тоже один из самых красивых. Смотрите, какая расцветка. Доберемся вот до этого цветочка еще. Это называется сорт. Сейчас вот еще один покажу. Цветочек этого сорта. Вот. Креол Леди называется сорт. Гибискус очень отзывчивые на подкормки, полив, на питательную почву и на освещение. Если гибискусы стоят в тени, то они почти не закладывают это, бутонов. Вот на солнце они прекрасны. Вот тут у нас еще плумерия зацветает. Вот распускает первые цветочки. Распускается тоже очень красивый сорт. Вот не знаю, поймаю я его в цветении или нет. Это называется сорт Night Runner. Он вообще всех цветов радуги. Очень красивые гибискусы.